Шумно и многолюдно было в дни празднования Наурыз-Мейрамы в Центральном парке Караганды. Там устроили большой праздничный концерт, расположили юрточный городок с тематическими выставками и, конечно же, организовали спортивные состязания по национальным видам спорта. Как прошло гуляние, расскажет Антон Александров. По случаю праздника весеннего обновления на набережной Центрального парка культуру отдыха организовали театрализованное представление «Кускана Тандагы Наурыз». Помимо веселых песен и конкурсов, здесь демонстрировали национальные обряды и рассказывали о важности даты в историческом плане. Дорогие земляки, дорогие карагандинцы, поздравляю вас всех с наступившим Наурыз-Мейрам. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого хорошего. Пусть Наурыз-Мейрамы будет самым счастливым нашим праздником. С праздником вас! Звезды казахстанской эстрады Ернар Садирбаев и Буржан Исаев радовали своими выступлениями собравшихся. Между тем, в импровизированном юрточном городке демонстрировали тематические выставки, работы ремесленников и давали возможность сфотографироваться с собаками национальной породы и ловчими птицами. Весь день гуляния привлекали людей со всего города. Люди радостные, люди счастливые. Мало найдешь сейчас места, где люди счастливые. Они сейчас радуются жизни. Это весна, это пробуждение. Поэтому вместе с ними радуются. Все празднование Наурыз-Мейрамы совмещалось с различными спортивными состязаниями. Выявляли самых сильных, самых смелых, гибких и проворных. Победителей сразу награждали памятными подарками. Лучшим итогом праздника стало хорошее настроение и добрые пожелания собравшихся. Антон Александров, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.